Да, недавно совсем, и поэтому это новое произведение. На 10 минут, да. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за внимание. Итак, уважаемые гости, произведение Николая Васильевича для вас исполняют Григорий Семкин и его очаровательная супруга Ирина, которую, как я вошла, увидела, даже поднялось настроение. Просто праздник. Итак, «Дыхание моря», танго. Извиняюсь, а можно дверь прикрыть, а то сквозняк? Thank you.
нет, это вот Николай Васильевич буквально недавно написал. Остальные на диске записаны. Я хотел вас предупредить. Дело в том, что почему я здесь играю по нотам. Дело в том, что я диск записывал. Вот, я совсем забыл сказать слова благодарности звукорежиссеру Евгению Щемелю. Дело в том, что в связи с довольно плотным у меня, в то время, когда я его писал, был довольно плотный напряженный график рабочий. И у меня просто не было времени выучить это все наизусть. И я записывал это по нотам, а Евгений Щемель, звукорежиссер, мастерски просто это все склеил. Но там такое ощущение, что все как будто это все играется наизусть. Вот. Все, спасибо. Как сказал вам Григорий, что вот последующие 4 пьесы, они есть на этом диске. «Волшебные звуки баяна». И кто пожелает приобрести эти диски, они есть у Татьяны Алексеевны Сидоренко. Так мне сказали. Потому что, конечно, они заслуживают внимания. Такая искренность, такое чувство, такая мудрость и красота. Поэтому вот, обращаю внимание на этот диск. Концертная пьеса «В Карпатах». Thank you.
Найгриши Сумщины. Thank you.
Спасибо, Николай Васильевич, за такую прекрасную музыку и не менее великолепное исполнение. Просто неравнодушно отыграли музыканты, вложили душу, сердце, свое мастерство, и время пролетело совершенно незаметно. Спасибо вам.